учеников, которые срут мне в комментариях на моем YouTube-канале. Так вот, ребятушки, хочу обратиться к вам с пламенной речью. Сделайте сначала сами что-нибудь полезное для этого мира, а потом начинайте обсуждать деяния других. Да? И не рассчитывайте на то, что ваши гадкие комментарии, иногда даже граничащие с приличием, пройдут у меня на канале, потому что я все это фильтрую. Но на самом деле мне неприятно это читать, потому что я занимаюсь этим абсолютно безвозмездно. Благодаря известным событиям в мире YouTube снял любую монетизацию, я вообще ничего не имею, кроме работы геморроя. Поэтому, если это повторится, я отключу все комментарии у себя на канале. Если вы начнете как-то по-другому гадить, писать мне там ВКонтакте какие-нибудь гадости и другие вещи, я просто-напросто удалю канал. И вы будете сами по книжкам выискивать темы, которые вас интересуют. Хотя я не думаю, что те, которые действительно занимаются твоим уроком, вообще играют на семиструнной гитаре или вообще занимаются музыкой. Просто сидят вечерами и срут с дивана. Так вот, имейте уважение.